24-й по счету саммит ШОС освещают 700 журналистов, представляющих 150 иностранных СМИ. Информацию с полей саммита Шанхайской организации сотрудничества передают СМИ 33 стран мира. Среди них Индия, Китай, Япония, Великобритания, Италия, Южная Корея, Чехия, Канада, Сингапур, Франция, Германия, Малайзия, Египет, Иран, Кыргызстан, Беларусь и другие государства. Трансляция в режиме реального времени ведется в трех пресс-центрах столицы. Представители СМИ работают во Дворце независимости, Дворце мира и согласия и в Национальном музее. Также на Станинском саммите аккредитовано около 200 казахстанских журналистов. Это корреспонденты 13 телеканалов, 28 интернет-ресурсов и 6 печатных СМИ. В прямых эфирах сегодня весь день работают и мои коллеги Гульнара Ерманова, Рауль Габитов, Куандык Танабас и Шарнияз Жалгасбекулы.